В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы в республике должны появиться промышленные и агротехнопарки. Кластерная политика в этой отрасли дает хорошие результаты. Примером тому служит работа предприятий электротехнического направления. В объединение входит около 30 компаний, но надо двигаться дальше. Как считает директор Ассоциации кластеров технопарков и особых экономических зон Андрей Шпиленко, объединить по интересам можно автомобилестроение и производство спецтехники, химическую промышленность и производство пищевого оборудования. Это уже 4 новых кластера. Сейчас ассоциация проводит анкетирование, собирает информацию о поставщиках и потребителях, чтобы понять механизм взаимодействия производителей сырья, материалов, комплектующих изделий. Статус участника промышленного кластера повышает инвестиционную привлекательность региона.